Экспозиции регионов и многочисленные дискуссионные площадки начнут свою работу 18 сентября. Продлится форум 4 дня. Как и в прошлом году, местом проведения станет Олимпийский парк. Правда, не Ледовый дворец большой, а главный медиа-центр прошедшей Олимпиады. Больше 25 тысяч квадратных метров – это только выставочная площадь центра. Здесь же специально оборудованные залы для пресс-конференции и круглых столов. Условия работы максимально удобные для участников форума и представителей СМИ. Уже заявлены темы, которые будут обсуждать на нынешнем 14-м сочинском форуме. В частности, развитие региональной инвестиционной среды и модернизация секторов экономики. Предусмотрена и насыщенная культурная программа. Кроме заездов болидов «Формулы-1», концерты и ставшие уже традиционными для сочинского форума фестивали вина и кубанской кухни. Кроме этого, Александр Ткачев провел еще ряд рабочих встреч в правительстве и в администрации президента, обсуждали вопросы, касающиеся развития региона.